Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің бүгінгі брифингіміз елбасының нұрлы жол жолдауын арналады. Біздің қонақтарымыз бизнес, инвестициялар және технологиялық сервистер департаментінің директоры Мухаммед Ламни Дауи, статистик-экономист Михаил Хазин Ресейден, Strategy Partners компаниясының басқарушы серіктесі Александр Борисович Идрисов, Қазақстан индустриялық даму институтының басқарма төрағасы Айдын Жеңісұлы Күлсетов, дәстүр бойынша біздің қонақтарымызға сөз беруге рұқсат етіңіздер. Айдын Күлсетов, сізге сөз берем. Рахмет Айбеке. Құрметті әріптестер, бүгінгі брифингте бізде халықаралық шетелден келген сарапшылар қатысуда. Сол себеппен мен осы брифингті орыс тілінде жалғастырам, рұқсат болсам. Как уже сказал модератор, тема сегодняшнего брифинга, конференции – это программа «Нурлы жол», которую инициировал в этом году, несколько дней назад, наш президент Ельбасы. Вопрос в том, что эта программа, ну, если вы заметили, послание было сделано несколько раньше, чем обычно. Почему? Потому что на это были определенные причины, и самое главное из них – это то, что Казахстан должен начать уже сейчас готовиться к тем масштабным поручениям, которые дал глава государства уже сейчас, для того, чтобы начать их эффективно исполнять в следующем году. В чем основные вопросы, в чем основные вызовы, на которые в послании и в программе «Нурлы жол» постарался дать ответы и ориентиры наш президент? Сегодня я бы хотел немножко, может, отвлечься, да, от темы. Буквально только что мы до обеда провели встречу президента с рядом ведущих экспертов по индустриализации. Некоторые из этих экспертов сейчас присутствуют здесь, вот их представили. Темой была именно индустриализация, именно послание, реализация послания «Нурлы жол», как развитие инфраструктуры повлияет на индустриализацию и наоборот, как индустриализация повлияет на реализацию этой программы. И основной акцент, вопросы, основная тематика этого круглого стола с участием президента, она была именно вокруг индустриализации, как одной из ключевых мер антикризисного плана, как одной из ключевых мер по поддержанию устойчивости экономики Казахстана в этот непростой период. О том, что период непростой, что явления кризиса будут нарастать, также говорили сегодня эксперты, и в этой связи была дана оценка итогам первой пятилетки и даны рекомендации, как же нам и «Нурлы жол», и вторую пятилетку индустриального развития совместить, сделать взаимодополняющими документами и начать реализовывать достаточно эффективно со следующего года. Были также доложены определенные итоги по первой пятилетке, она еще не завершилась, но тем не менее уже какие-то итоги промежуточные можно подвести. Было доложено, например, что производительность труда в обрабатывающей промышленности за 5 лет, за год реализации пятилетки индустриальной, увеличились на 60%, это в реальном выражении. Прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую же отрасль за все эти годы, за 4,5 года, было привлечено 70% всех инвестиций, прямых иностранных инвестиций, в обрабатывающую отрасль за все годы независимости. То есть в 2,5 раза больше, чем за все предыдущие. По энергоэффективности была поставлена задача добиться снижения на 10%. Уже на сегодняшний день 2013 год в сравнении с 2008 дал снижение 18,6%. Это означает, что мы ежегодно экономим порядка 16 миллионов тонн нефти. Эти и другие
достижения были доложены президенту, но в то же время были, конечно же, и извлечены уроки. Не все получалось в рамках реализации первой пятилетки, и эксперты дали, я считаю, очень объективную, точную характеристику наших действий. И в то же время, еще раз повторюсь, они представили, дали несколько ряд очень ценных предложений о том, как нам улучшить эту работу. Если позволите, я предоставил бы слово одному из идеологов новой индустриализации в мире, Александру Борисовичу Идрисову, слово. Здравствуйте, спасибо за приглашение выступить перед вами. В действительности, основная проблема, которую сегодня видят эксперты международные, это то, что с одной стороны, мы живем в турбулентное время, и вы знаете, официально даже вчера было объявлено как раз о том, что ключевыми рисками на сегодняшний день называются их три ключевых риска. Первое – это замедление экономики в Европе, ухудшение ситуации. Второе – это геополитический кризис, который связан с ситуацией на Украине. И третье – это замедление экономики в Китае. Все три эти группы факторов, безусловно, оказывают воздействие на экономику мировую, и ожидается, что годы будут очень сложными. В том числе для Казахстана, безусловно, возникает ряд рисков, связанных с близостью как раз странам с проблемами геополитическими. И, безусловно, у нас происходит, вы знаете, в России девальвация валюты, это также сказывается на экономике Казахстана, потому что Россия один из крупнейших рынков, с другой стороны падает цена на нефть, и для Казахстана это также одна из проблем. Еще нужно добавить, что в случае замедления экономики в ключевых странах экономического роста, мы, безусловно, можем ожидать падения цен на другие сырьевые товары, в том числе на металлы и прочее. То есть времена ожидаются непростые. На этом фоне программа диверсификации экономики, которую заявил Казахстан 4 года назад, она оказалась в действительности одной из пионерских. Про индустриализацию, вы знаете, на длительный период времени было забыто вообще эта тема. А весь мир говорил о постиндустриальном обществе. И у нас в России устойчиво преобладала такая точка зрения, что мы можем сразу сделать скачок в инновационное будущее. В общем, в действительности промышленность уйдет. Работать будут китайцы. Вот сейчас получается так, что работают китайцы, а у нас некоторые проблемы с нефтью. То есть 4 года назад по поручению президента Казахстана была начата разработка этой программы. И, безусловно, ожидания, часто нам приходится слышать реакцию, ожидания были очень высокие. Кто-то хотел, чтобы сразу, многие говорили о том, что сразу Казахстан должен был превратиться в Сингапур за 5 лет, но этого не произошло. Что же самое важное произошло? Самое важное произошло то, что Казахстан в период вот этого кризиса в принципе не потерял рабочие места. Более того, было создано более 120 тысяч рабочих мест в промышленности. Я вам могу привести примеры, что сегодня это одна из самых больших проблем в мире. Вот сам фундамент этих проблем, в чем состоит, о том, о чем я говорил, экономических. В действительности у нас 7 миллиардов населения планеты. И 5 миллиардов из этих 7 миллиардов – это трудоспособное население. И население растет, как вы знаете. Растет довольно быстро, особенно в той же самой Юго-Восточной Азии, в Африке. И всего на планете существует 1,2 миллиарда постоянных рабочих мест. То есть 3/4 населения не имеют постоянной работы. Gallup компания, вы, наверное, знаете такую компанию, как американская компания, ежегодно проводит большой опрос, покрывающий более чем 100 стран с населением более 5 миллиардов человек. И по итогам этого опроса они пришли к очень интересным выводам, которые они назвали самым главным открытием столетия. Gallup существует более 100 лет. Оказалось, что человечество волнует одна общая проблема. И это проблема отсутствия работы. То есть я вот вам назвал на цифрах. 3/4 трудоспособного населения не имеют постоянной работы.
В действительности это и есть основная проблема с точки зрения вот этих экономических диспропорций, войн, которые сегодня зарождаются по ходу терроризма, неконтролируемой миграции населения и прочее. Поэтому политики, policy makers, как называют их, те, кто управляют странами, корпорациями, ответственные лидеры, сегодня озабочены тем, что, чтобы обеспечить странам будущее, необходимо обеспечить хорошую работу для жителей страны и для их будущих поколений. То есть это основная проблема. И в действительности экономический рост зависит всего лишь от двух факторов. Это количество рабочих мест и производительности. Вот поэтому смысл программы индустриального развития как раз и был в том, чтобы обеспечить создание качественных рабочих мест, заложить новую основу экономики. Безусловно, мы не можем полностью отойти от сырьевой экономики, это невозможно. Это фундаментальная база экономического развития сегодня Казахстана. Но это хороший шаг на пути диверсификации. И результаты первой пятилетки радуют. И надеемся, что вторая пятилетка будет намного лучше, с учетом уроков, которые... Спасибо. Благодарю. And now I would like to give the word to Mr. Dawi. Сейчас я хотела бы передать слово господину Дауи. Thank you very much. I Спасибо would like большое. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Министерство инвестиций и развития и правительство Казахстана за то, что пригласили ЮНИДО, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, поучаствовать в сегодняшнем заседании круглого стола с его высокопревосходительством господином президентом и господином премьер-министром, а также для принятия участия в завтрашней конференции по новой стратегии индустриального развития. Я хотел бы, во-первых, напомнить, что наш генеральный директор посещал Казахстан в мае 2014 года и проводил ряд встреч с президентом, с премьер-министром, а также с представителями правительства. И в то время генеральный директор ЮНИДО и премьер-министр подписали соглашение, совместную декларацию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Республикой Казахстан. И основной, так скажем, задачей этого соглашения является развитие сотрудничества, содействие со стороны ЮНИДО правительству Казахстана, в основном в областях, связанных с индустриальным развитием. В ЮНИДО и также в Казахстане вы и мы развиваем то, что называется инклюзивным, устойчивым индустриальным развитием. Это новая стратегия развития индустрии, весьма актуальна для развития экономики и для развития стран в целом. Позвольте мне сказать, что если вы рассмотрите и проанализируете развитие и историю развития всех развитых стран, вы увидите, что индустриализация и производство находятся среди основных стратегий, которые помогали странам развиваться на этого уровня. И развитие, реализация первой стратегии индустриализации принесла успешные результаты. И председатель Кири уже вам дал некоторое представление о достигнутых результатах. И сейчас позвольте мне сфокусироваться только на одном индикаторе, который, на мой взгляд, очень важен. И мой коллега, который выступал до меня, также говорил уже о трудоустройстве. Когда мы посмотрим на уровень безработицы в Казахстане и в соответствии с данными Международной организации труда, средний показатель составляет где-то около 5-6%. А если я вам представлю некоторые другие индикаторы, скажем, например, по
безработицы в Европе или в некоторых развивающихся странах, вы увидите, насколько успешной была ваша программа и стратегия правительства в отношении развития экономики и индустрии. В Испании, например, или в Италии, во Франции, уровень безработицы сейчас составляет более 10%, даже приближается к 15% в Испании и в Италии. И еще хуже ситуация по безработице среди молодежи. Уровень безработицы среди молодежи более 25%. Это безработица среди молодежи, выпускников, у которых нет работы, и которые 2-3 года должны ждать, прежде чем им представится возможность найти первую работу. Что касается новой стратегии, я хотел бы сказать, что фокус очень важен для развития страны. Уже существует упоминание задач, очень четко поставленные комплексные задачи. Кроме того, указаны приоритеты. Приоритетные сектора, их всего 14, и если посмотреть на эти приоритетные отрасли и подотрасли, вы также увидите, что правительство и Министерство инвестиций и развития также большую роль уделяют инновациям, развитию технологии, трансферту технологий, инвестициям и, конечно же, нельзя говорить о развитии без инвестиций, о инвестициях нельзя говорить, не упоминая технологии. И если мы хотим добиться успехов, инновации являются еще одним фактором, параметром, который имеет большую важность. Другим элементом, и я после этого закончу, это является региональное направление, которое имеется у этой стратегии. В соответствии с новой стратегией, по сути, это стратегия индустриального развития регионов. Это также очень важно, потому что развитие страны не может быть разделено и поддерживаться всем населением, если не будет развития на региональном уровне и развития на уровне каждого города или населенного пункта. На этом я закончу. И, конечно, если будут какие-то вопросы, я буду готов ответить. Если позволите, я просто хочу немножко пояснить, как связана программа «Нурлы жол» и программа индустриализации. Дело в том, что сейчас, как уже эксперты и Мирового Всемирного банка, и Международного валютного фонда, все ведущие эксперты, да и все здравомыслящие люди понимают, что кризис, он все-таки не только есть, он продолжается, и, скорее всего, он не закончится в течение ближайших года, двух-трех. Поэтому тот драйвер роста, который мы в течение 5 лет в рамках индустриализации первой пятилетки имели, который позволил достичь определенных результатов, динамики, развития, сейчас необходимо найти ему альтернативу, замену. Учитывая, что внешняя экономика, мировая экономика тормозится, как уже было сказано, два вызова – это Европа замедление и замедление развития в Китае. Именно поэтому глава государства инициировал программу «Нурлы жол», программу комплексного развития инфраструктуры, чтобы она стала драйвером для роста промышленности. То есть на программу «Нурлы жол» надо будет смотреть через призму индустриализации, ну, насколько я понимаю. И почему это важно, почему именно в таком ускоренном темпе сейчас правительство разрабатывает и на программу индустриализации, потому что кризисные явления – это и геополитика, и финансы, и мировая экономика в целом, они, в принципе, ужесточаются. Поэтому, я думаю, очень интересно было бы послушать мнение господина Хазина, одного из ведущих макроэкономистов, статистиков из России, его мнение относительно того, насколько действительно инфраструктура, насколько развитие индустрии может стать ответом на вызовы, которые мировая экономика сейчас с нами, с которыми столкнулись. Спасибо. Ну, прежде всего нужно сделать пессимистическое заявление, что мировой кризис, про который много говорят о том, что он вроде бы заканчивается, на самом деле не заканчивается, и он будет углубляться очень сильно. Это очень хорошо видно по очень многим параметрам. Для примера можно привести Соединенные Штаты Америки, в которых, несмотря на то, что есть некоторый рост инвестиций в промежуточные сектора экономики,
что связано прежде всего со снижением цен на энергоносители, продолжает падать конечный спрос. Спрос домохозяйств. И это означает, что рост этот крайне неустойчивый и краткосрочный. Что означает продолжение кризиса? Это фактически означает, что та модель финансово-экономическая, которая была связана с появлением в 1944 году Бреттон-Вудской финансовой системы, закончилась. Бреттон-Вудская финансовая система была построена на перераспределении эмиссионного доллара. У нее было несколько этапов. Был этап до начала 70-х годов, когда доллар был привязан к золоту. Был этап 70-х годов кризиса. Был этап 81-2008 годов. С 2008 года начался кризис. Но, в общем, уже понятно, что эта система больше развиваться не может и будет постепенно умирать. Но в рамках развития этой системы произошли довольно существенные структурные изменения в экономике. Для примера можно привести, например, следующую цифру. В Соединенных Штатах Америки до создания Бреттон-Вудской экономической системы финансовый сектор перераспределял в свою пользу около 5% той прибыли, которая образуется в экономике. Уже к концу 40-х годов, через 5 лет после создания Бреттон-Вудской системы, было 10%, сегодня больше 50%. То есть больше половины прибыли, которая сегодня образуется в экономике, перераспределяет в свою пользу финансовый сектор. Соответственно, если мы посмотрим на то, как развивалась мировая экономика последние там, 35 лет, то мы увидим очень большой крен в сторону услуг, в первую очередь финансовых. Именно там в экономике образовывалась добавленная стоимость, именно там формировалась прибыль. Индустрия отходила на второй план и была все слабее и слабее. Сегодня, когда уже становится понятно, что инструмент финансового стимулирования спроса больше не работает, ситуация пойдет обратно. То есть, иными словами, в любой экономике, любой страны мира, все большую и большую роль будет приобретать именно реальный сектор, а еще точнее промышленный. И в этом смысле Казахстан оказался впереди планеты всей, потому что начал свою индустриализацию еще 5 лет назад. А запланирована она была, соответственно, лет 7-8 тому назад. И в этом смысле продолжение этой политики, вне всякого сомнения, в рамках продолжающегося кризиса даст очень серьезные плоды. Что-то на самом деле достигнуто уже сейчас. Если сравнить Казахстан с Россией, то при примерно одинаковой структуре экспорта и при том, что в России рынок в 10 раз больше, чем в Казахстане, в России уже 2 года идет экономический спад, а в Казахстане по-прежнему темпы роста 4-5%. И это результат индустриализации. По этой причине мне кажется, что та политика, которая как бы была уже объявлена о ее продолжении на следующие 5 лет, на вторую пятилетку индустриализации, с учетом всех обстоятельств, упором на инновации, упором на инфраструктуру, это абсолютно правильный шаг, и его как бы позитивность и эффективность будет проявляться с каждым годом все больше и больше. Спасибо. Благодарю. Алгенда, Крюметте, Артистер, Срахтарга, Кюшемс. Срахтарнс Болса, Куюга Булады. Теперь переходим к вопросам. Информационное агентство «Стратегия 2050» Индира Кауметова. У меня вопрос к директору департамента ЮНИДА. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько эффективна нынешняя модель индустриального развития Казахстана в сегодняшнее время, в данное время, имеется в виду в рамках развития данного времени? Спасибо. Thank you very much for this, спасибо большое good question. За хороший вопрос. Of course, we are talking конечно now же, about мы сейчас говорим this crisis, о
наличии кризиса, и мы должны быть немного оптимистичными. Кризис продлится 1-2 года, ну, может быть, максимум 3 года. А мы сейчас говорим о стратегии для Казахстана до 2050 года. И, конечно же, это целое поколение пройдет до этого момента. И если мы проанализируем, как я уже говорил, если проанализировать те результаты, которые уже достигнуты Казахстаном за последние несколько лет, если мы также проанализируем потенциал, который имеется в Казахстане, если говорить о ресурсах, если говорить о природных ресурсах, конечно, горнодобывающих отраслях, и при этом принять во внимание имеющиеся человеческие ресурсы на страновом уровне. И если мы примем во внимание потенциальный рынок, который у вас имеется с Россией, с Китаем, с некоторыми другими странами региона, то тогда можно очень положительно к этому относиться, положительно относиться к видению правительства касательно очень большой вероятности достижения целей и задач стратегии. И во время наших обсуждений с его председательством министром и также во время обсуждения с председателем Кири и также с представителями высокого уровня, когда мы видим приверженность обязательства президента правительства Казахстана, мы можем сказать, что стратегия будет достигнута, и мы надеемся, что Казахстан будет среди 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году. Thank you, Mr. Dawi. Спасибо, Let us answer the next question. И, пожалуйста, следующий вопрос. Yes. Да. Пах кезет ақпараттық агенттігінен Нұрлыбек Досбай. Менің сұрағым Айдын Мырзаға. Бізде үкімет 2003 жылдан бері индустрия мен инновация туралы айтып келеді. Бірақ біз әлі де мұнайға тәуелдіміз, тәуелді болып келдік. Ендігі жерде біз мынау өңдеу өнеркәсібі кірістерінің пайдалы қазбалардан өндіру кірістерінен асып түсу үшін не істеу керек және оған қанша жыл керек деп ойлайсыз? Яғни нақтылақ айтсақ, шикізатты өңдеу үшін не істеген дұрыс деп ойлайсыз? Сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Мен алдында айттым, осы брифингте орыс тілінде жауапты берейін. Если говорить о диверсификации, то очень много сейчас, конечно, есть вопросов по, что является основным показателем диверсификации. Это увеличение экспорта нефтяного или не нефтяного. Это доля обрабатывающей промышленности в экономике. Или же это, наоборот, снижение горнодобывающей отрасли в структуре экономики. Очень много есть показателей, мнений, но анализ их показал, и эксперты в этом с нами в принципе единодушны, что основной показатель все-таки диверсификации, основной показатель того, что мы потихоньку-потихоньку начинаем уходить от нефтяной, от сырьевой зависимости, это все-таки, наверное, рост производительности труда в обрабатывающей промышленности. То есть начинает ли наш сектор обрабатывающей промышленности производить больше, качественней, лучше продаваться? И ответ на этот вопрос, я уже сказал, 60% у нас выросло в реальном выражении за 5 лет. По сравнению с 2008 годом до кризисным и 2013 год, если сравнить, 60% практически выросло. Второй показатель, очень значимый, это доля обрабатывающей промышленности. И здесь также есть определенное снижение. Порядка на 1% мы снизились. Сейчас она 11,
порядка около 11% доля обрабатывающей промышленности. И, казалось бы, это говорит о том, что раз доля промышленности снижается, это означает, что у нас идет, наоборот, увеличивается зависимость. Но при этом надо отметить, что доля горнодобывающего сектора снизилась на 2 с лишним процента. Больше 2,5% снизилась доля сырьевого сектора. Это о чем говорит? О том, что в структуре экономики при снижении обрабатывающей промышленности еще большими темпами снижается доля горнодобывающего сектора. То есть, если это смотреть в обратную сторону, то есть в сторону увеличения индекса физического объема, то впервые в течение пятилетки нам удалось добиться того, что индекс физического объема обрабатывающей промышленности стал больше, чем индекс физического объема горнодобывающей. Это что означает? Это означает, что за 5 лет, несмотря на очень короткий срок по меркам мирового развития, да, нам удалось в Казахстане переломить сознание бизнеса. То есть обрабатывающая промышленность стала расти больше, стало выгодно вкладывать в нее. Может быть, еще не так выгодно, как в сектор услуг, который тоже увеличивается, но все равно хотя бы за 5 лет созданы условия, чтобы именно в обрабатывающую промышленность пришли инвестиции, пришли деньги, люди, кадры, ну и компетенции. Теперь касательно вопроса относительно, сколько же времени займет, да, диверсификация. Но если брать Сингапур, там путь от начала политики, новой экономической политики, до построения умной экономики, путь занял 35 лет. И это во всех учебниках. Вот сегодня на встрече с господином президентом участвовал мистер Филипп Йо, директор сингапурского агентства Spring по развитию. Он в свое время отвечал и за развитие Сингапура, и за становление его экономики, за поиск талантов, поиск привлечения компетенций и так далее. И он также абсолютно согласен с тем, что невозможно стать Сингапуром там, за 5 и даже за 10 лет. Но базовые условия в течение пятилетки первой уже созданы. Еще раз повторюсь, индекс физического объема обрабатывающей промышленности стал расти быстрее, чем индекс физического объема горнодобывающей. Это очень важный показатель, чтобы понимать, что процессы диверсификации пошли. Второй момент, точнее третий уже, когда говорят про экспорт. Да, у нас есть вопросы с тем, что доля несырьевого экспорта у нас снижается. Но если смотреть в абсолютных цифрах, то экспорт конечных товаров у нас за это время увеличился в 2 раза. Да, доля по сравнению с нефтью у нас снизилась, но в абсолютных цифрах, в долларах, в машинах, в тоннах, в штуках она увеличилась. И здесь надо отметить еще один фактор, что мы посчитали в 2009 году, когда только планировалась первая пятилетка, цена на нефть была в районе $390 за тонну. В 2013 году и большую часть 2014 года цена была в районе $800 за тонну. То есть больше, чем в 2 раза выросла цена. При этом очень интересный факт, что за эти годы, 5 лет если сравнивать, количество прирост добычи нефти составило всего где-то около 1-1,5 миллиона тонн. То есть мы больше нефти в тоннах экспортировать не стали. Но в цене мы стали экспортировать ее в 2 с лишним раза больше. Поэтому в этих условиях тоже надо очень осторожно относиться к показателю доли несырьевого экспорта. Мы посчитали, если по цене $390, да, считать экспорт, тот, который, это цена, при которой планировалась сама пятилетка, то сейчас доля несырьевого экспорта равнялась бы в районе 36%. То есть 36% был бы несырьевой экспорт. Пойдем. Рахмет. Келесі сұрағыңыз бар ма? Да, благодарю. Олег Рябченко. Вот вопрос господину Идрисову. В рамках программы индустриализации в Казахстане было открыто множество предприятий, однако большое количество не вышло на проектную мощность, которая планировалась. Некоторые до сих пор не заработали. Все-таки в чем основная причина, есть ли какой-то общий знаменатель, почему предприятия не выходят на те мощности, на которые планировалось, и есть ли у других стран, которые проводили подобные программы, такие проблемы, с которыми сталкивались предприятия? Благодарю. Я думаю, это общая проблема для всех, просто это как раз один из уроков,
которые следовало извлечь во время разработки первой программы. Во-первых, нужно очень точно разделять полномочия и ответственность между правительством, предпринимателями и инвесторами. У нас одна область в России, говорят, мы начали спрашивать у инвесторов стратегических бизнес-планы и проверять, как они построят свои предприятия или нет. Скажите, кто согласен в этом зале в том, что нужно проверять бизнес-планы инвесторов? Ну, ведь никто, правильно. В здравом уме никто не будет у инвестора, потому что в здравом уме инвестор, который инвестирует свои деньги, в действительности не будет инвестировать, если он не понимает, будет это предприятие работать или нет. В основном проекты, которые действительно могли быть неудачными, они в основном строились за государственный бюджет. И в данном случае ответственность менеджмента, она не была особо предусмотрена, точнее, часто могли быть неправильные оценки, неправильные ожидания. И даже, возможно, если оценки правильные, то команда менеджмента, которая была на предприятии, в состоянии была его эффективно реализовать. То есть нужно очень четко делить ответственность. В чем ответственность правительства? Правительство должно брать на себя обязательства и очень точно их фиксировать в соглашении с инвестором, которые должны предусматривать следующее. Это может быть создание инфраструктуры. Это может быть создание, соответственно, предоставление каких-либо преференций. Это может, соответственно, подготовка персонала. Это может быть, возможно, какие-то законодательные инициативы, которые могут снять какие-то барьеры. Это, в принципе, это обучение, это какие-то действительно даже прямые снятия каких-то барьеров, работа одного окна, когда инвестору помогает пройти все административные сложности. И вот завод получил разрешение предприятия построиться и должен начать работать. Вот в этом случае наступает ответственность менеджмента и инвестора. К сожалению, правительство не в состоянии управлять всеми объектами разного калибра. Это не происходит ни в одной стране. За исключением, если этот объект не строила государственная корпорация, которая в лице вот менеджмента государственной корпорации несет за это ответственность. Поэтому вопрос как раз заключается в следующем. Если будет четкое понимание и разделение ответственности и полномочий, и такое разделение предусмотрено в новой программе. Правительство несет ответственность за создание условий, а предприниматели и предпринимательское сообщество, если не рекомендуют такого предпринимателя на получение помощи и государственной поддержки, несут ответственность за реализацию проекта. Тогда мы будем видеть больше успешных проектов. Будет выше ответственность, будет больше проектов. Мне кажется, это единственное условие, потому что могут быть предпринимательские ошибки, правильно? Могут быть, бывают риски. Но чаще всего это просто низкие компетенции менеджмента. Если позволите, я добавлю несколько слов к выступлению Александра Борисовича. К тому вопросу о том, сколько инвестиций было частных. Примерно 1:3, то есть четверть инвестиций было со стороны бюджета, со стороны кредитов, займов и так далее. То есть это не безвозвратные инвестиции. И 75%, 80% всех инвестиций в карту были осуществлены частными деньгами. То, о чем говорит Александр Ильич, то есть принятие решений инвестиционных, развитие бизнеса, это полностью риск, это полностью ответственность бизнеса. И здесь в этом процессе мы как бы не стали открывать ничего нового, мы просто разделили это плечо финансовое с бизнесом. Но если смотреть по загрузке, да, конкретный вопрос, я могу, наверное, немножко ошибиться, потому что данные все время меняются, особенно к концу года. Но вот вы последняя, да, вот новость, наверное, слышали буквально недавно. Актауский битумный завод, который запускали, да, с участием президента, он вышел на 100% мощность, даже превысил ее. То есть он работает день и ночь. Но это потребовалось 8 месяцев. Почему? Потому что завод новый, технологические процессы только отлаживаются, налаживаются связи производственные, маркетинговые и так далее. И вот сейчас он вышел на 100% мощность. В целом из более чем 700 проектов на сегодняшний день завершено около 620. Из них 80% вышли на плановую мощность. То есть сколько они планировали, столько они сейчас, 80% из этих проектов уже работают с той мощностью, с которой они для себя запланировали. Очень редко кто работает там на 100%. Но в данном случае из этих
80% запущенных предприятий, 56%, то есть почти 60, почти две трети предприятий работают со 100% загрузкой. Фактически почти половина всех проектов карты работает сегодня со 100% загрузкой. Еще часть работает с той загрузкой, которую они считают для себя оптимальной. Проблемные проекты есть, мы не скрываем, и в принципе постоянно этот вопрос на контроле, но реальных меньше 2%. Ну вот насколько у меня цифры есть, менее 2% проектов действительно являются проблемными. Там идут разбирательства, где-то и там вопрос финансовый, где-то вопрос экономический, где-то есть вопросы и с правоохранительными органами отрабатываются. Но в целом я бы хотел отметить, что загрузка около 70-80% по предприятиям, которые введены. Для сравнения, в Евросоюзе в среднем загрузка 75-80%. Польша, Прибалтика порядка 70%, Германия порядка 85% и так далее, и так далее. То есть очень редкая какая страна может похвастать производительностью труда на своих обрабатывающих, на предприятиях обрабатывающей промышленности выше 85%. Спасибо. Спасибо. Тағы да бір сұрақтарыңыз бар ма? Первый канал Евразия, Маржан Ордубай. У меня такой вопрос. Огромные деньги иностранные инвесторы, государственные деньги вкладываются в производство, в бизнес, промышленность. Но выживет ли наше производство или промышленность, тогда как нам вот в спину дышит мощный конкурент, как Китай? И с Нового года Киргизия входит в таможенный союз, и с 1 января соседи наши завалят нашим текстилем. Вот как быть в этой ситуации? Могу ответить. Вы знаете, в действительности на этот вопрос очень простой ответ. Мы не можем жить в мире, где нет конкуренции. Вы знаете, чем выше конкуренция, тем обычно выше эффективность компаний, которые в ней участвуют. Отсутствие конкуренции приводит к тому, что компания не в состоянии конкурировать вообще. Соответственно, можно ли конкурировать с Китаем? В какой отрасли конкретно? В общем, не бывает. К примеру, производство станков и оборудования можно конкурировать с Китаем? Наверное, можно, да? Наверное, можно, если у вас есть компетенции, у вас есть рынок, доступ к рынку, да? У вас есть преимущество, потому что есть большой внутренний рынок и рынок стран СНГ, который потребляет сегодня большое. Может быть, вы не можете конкурировать с предприятиями, которые производят 5 миллионов велосипедов, такие есть предприятия такого масштаба, действительно, такой масштаб тяжело заметить, значит, не нужно заниматься такими проектами. Конкурировать можно всегда, везде, это зависит от нескольких факторов ключевых. Фактор первый – это качество команды менеджмента. Это не от национальности зависит. Второе – это качество, эффективность технологий, которые они используют. Третье – это эффективность бизнес-систем, которые используются этой компанией. Четвертое – это качество продукта, который они производят, и идея. И пятое – в целом, если посмотреть на все, это насколько эффективна бизнес-модель у этой компании. Если у вас есть все эти компоненты, хорошо подобраны и сделаны, то вы будете хорошо конкурировать. Но в целом это в первую очередь зависит от тех людей, которые этот бизнес строят. Безусловно, есть фундаментальные примеры, причины, я могу их назвать. Это может быть у вас, может быть затруднен доступ к инфраструктуре, и вы проигрываете, соответственно. У вас может быть слишком дорогая рабочая сила. Но поверьте, в Китае не дешевле рабочая сила. Во-первых, рабочая сила имеет все меньшее значение в себестоимости, просто все меньшее значение. Потому что все больше и больше предприятий становятся технологичными, и как бы меньше работников занимают просто-напросто. А с другой стороны, стоимость рабочей силы в Китае тоже растет. Соответственно, вот такие причины, как доступ к потребителям, доступ к инфраструктуре, они могут существенно менять конкурентоспособность предприятий, и это их принадлежность к рынку. Но поэтому нужно локализовывать предприятия в соответствующих территориях, где этот доступ обеспечен, и, соответственно, подбирать правильную команду менеджмента, которая в состоянии конкурировать. Все остальное зависит исключительно от менеджмента. Эффективный менеджмент, эффективная стратегия, эффективная бизнес-модель, хорошие бизнес-системы, продукты, и вы выигрываете на рынке. Благодарю. Следующий вопрос. Будет ли еще вопросы?
Я один пример приведу, кстати, очень интересный. Наверняка вы про него слышали здесь. Мне просто этот вопрос очень интересен. У нас большая дискуссия была про конкуренцию с Китаем. Просто он меня немножко затронул. Вы знаете, такая компания в России была «Gloria Jeans». Я говорю, была, потому что он теперь переехал в Гонконг. Соответственно, локализовался там. Это большая компания, теперь миллиард долларов. Вы знаете, что она шила джинсы? Вот поверьте, это тема, с которой, то есть отрасль, в которой конкурировать с Китаем невозможно почти. То есть это, знаете, как он конкурировал? Я просто с ним разговаривал много лет назад, и он мне сказал, я сегодня уже шью одну пару джинс в два раза быстрее, чем это делают китайские рабочие. То есть если китайский работник шьет 10 пар, мой шьет 20 пар. Потому что он более эффективен, он более хорошо подготовлен, и у него хорошие технологии. Я просто вспоминаю пример. Вот эта отрасль, поверьте, в которой конкурировать невозможно. Там очень трудоемкая специальность, но специализация, сама отрасль трудоемкая. Там очень много ручного труда, в принципе. И эта компания сегодня миллиард долларов оборота, выручку имеет. И сегодня один из глобальных лидеров в области модной одежды. Но непосредственно они так и шьют джинсы, продолжают. И продают их по всему миру. Вот вам пример того, можно конкурировать или нет. Все зависит, к сожалению, от лидеров и от менеджмента. Если позволю, это точно не национальность. Позволю себе подтвердить слова, цитаты. Да? Кажется, Руперт Мердок сказал, сегодня выигрывает не тот, кто больше, не большой маленького, а быстрый медленного. Сегодня побеждает тот, кто быстрее, тот, кто гибче, тот, кто первый. Вот, наверное, это полностью подтверждает тот тезис, который вы сказали. Благодарю. И с этими словами я бы хотела завершать наш брифинг. Хотела бы поблагодарить всем нашим гостям. And I would like to thank Mr. Dawi. I would like to thank Mr. Dawi, господина Идрисова. Мистер Хасин, господина и Кульсетову. Рахмет.